state of war. We be decided by the victory of the British. Говорит Москва. И даем важное Дорогой Виктор Ульянович, мы рады, что вы участвуете в большом проекте под названием «Ветераны Второй мировой». Впервые услышал о том, что началась война. Я выехал в Ленинград. Я обратился в это народное ополчение, сказал, что я медицинский работник, и меня направили в ближайшую воинскую часть. Война началась, семья жила на Украине, в Донецкой области, Макеевский район. Когда война начиналась, я их сдавала экзамены в 10 классе. 16 лет я окончила 10 класс. Я пристала к этим военным. Ну, я ничего не знала, так было. Туфельки на каблучке. Мы идем, дожди начались. И мы шли по Курской области. Но мне еще 17 не было. Мы явились в санитарный отдел 21-й армии, командующий Чистяков. И через 3 месяца мне присвоили звание сержанта. И я стала медсестрой. Нас посадили на машины и вывезли на окрестности Ленинграда, где уже шли сражения с наступающим врагом. Фашисты большие усилия прилагали, чтобы овладеть Пулковскими высотами. Потому что это участок, с которого Ленинград весь виден, как на ладошке. И одна бомба попала в перевязочную, а вторая близко к сортировочному. А в это время осколок небольшой, и он касательное ранение в щеку. И кровь, а я не знаю, кто мне. Смотрю, кровь. На этом участке все ужесточенный бой. Немцы его изрешетили огнем. Я наклонился, в это время меня ударило. Взорвалось это. Я свалился. Такие бои шли, что так было светло у нас. Мы близко были к бою, что когда поступали раненые с карточками, мы ночью читали. Летал самолет «Рама» назывался, фотографировал, немецкий. Разведчик. Да. И его сбили, по-русски понимал. Запад как бы травил Россию. Россия, война, война. Я так запомнила это, что он говорит. Вот, например, в 42-м году, я помню, уже условия блокады, как нам через Ладогу прибыли войска среднеазиатские на укрепление обороны. Многие из них не разговаривали по-русски даже. Да, у нас были татары-врачи, медсестры, были татары. Но когда был он раненый, разные, особенно вот от Востока были. Ну, были вот, даже к ним как-то относишься, вот эти восточные народы, они плохо. Апа, сестра, апа называют. Азиатки. Да, они плохо говорили по-русски, но мы их всех любили. Первая медаль за отвагу, это была медаль за участие в 41-м, за первое форсирование Невы.
через него. 4 года я в блокадном Ленинграде участвовал в оказании помощи радио. Ну, немцы, как правило, на тоненьких шинельках они мерзли, а наши еще не успели поменять форму на летнюю. Они в фуфайках были, еще в ватных брюках, стояли напротив. И немцы бросали знамена к ногам наших солдат. Это я присутствовал. Германия полностью разгромлена!